Здравствуйте, дорогие ученики, уважаемые учителя! Сегодняшний урок называется «Наибольший общий делитель». Коротко, нот. Второй способ. Пример первый. Найти наибольший общий делитель чисел 16 и 40. Записываем в одном столбике. Делим на 2. 8, 20. Делим на 2. 4, 10. Делим на 2. 2, 5. Делим на 2. 1. Это не делится. Записываем. Делим на 5. 1, 1. Завершилось. Отметим делитель, который смог разделить оба числа. Разделил, отметим. Разделил, отметим. Разделил, отметим. Не разделил, не отметим. 5 не разделил, не отмечаем. Умножим отмеченные числа. 2 в кубе. Получилось 8. 16 делим на 8 будет 2. 40 будем на 8 будет 5. 2 и 5 взаимопростые. Значит, 8 правильный ответ. Найти наибольший общий делитель чисел 36 и 81. Записываем в одном столбике. Начнем делить. Делим на 2. 18. 81 не делится. Делим на 2. 9. 81 не делится. Делим на 3. 3. Здесь 27. Делим на 3. 1. Здесь 9 будет. Делим на 3. 1. 3. Делим на 3. 1. 1. Здесь должны быть все простые числа. Теперь отмечаем те числа, которые разделили данных чисел. Отметим те числа, которые одновременно смогли разделить оба числа. Не смог разделить 81. Вот это тоже не смог разделить 81. 3 разделил. Отметим. Вот это 3 тоже разделил. Отметим. Это не разделил. Вот это тоже не разделил. Теперь записываем. 3 в квадрате будет 9. 36 делим на 9 будет 4. 81 делим на 9 будет 9. 4 и 9 взаимопростые. Поэтому 9 – правильный ответ. Пример третий. Найдем наибольший общий делитель чисел 180 и 72. Записываем в одном столбике. Делим на 2. 90. 36. Делим на 2. 45. 18. Делим на 2. 45 не делится, поэтому записываем повторно. 9 делится. Теперь делим на 3. 15. 3. Делим на 3. 5. 1. Делим на 5. 1. 1. Теперь отметим. 2. 2. Это не отметим, потому что не смог разделить 45. Отметим. Отметим. 5 не отмечаем, потому что не смог разделить. Записываем. 2 в квадрате и 3 в квадрате. Будет 36. Проверяем.
180 делим на 36 будет 5. 72 делим на 36 будет 2. 5 и 2 взаимопростые числа, поэтому 36 правильный ответ. Найдем наибольший общий делитель чисел 57 и 38. Записываем в одну столбики. Делим на 2. 57 не делится на 2, поэтому повторно записываем. 38 делится 19. Будем делить на 3. 57 делится 19. 19 не делится на 3. Повторно записываем. Делим на 19. Единица, единица. 2 смог разделить 38, но не смог. 57. 3 смог разделить 57, но 19 не смог. 19 смог разделить оба числа. Отмечаем. У нас ответ будет 19. Проверяем. 57 делим на 19 будет 3. 38 делим на 19 будет 2. 3 и 2 взаимно простые числа, значит 19 правильный ответ. Пример 5. Наибольший общий делитель чисел 100, 120 и 140. Записываем в одном столбике. Начнем делить. Начнем с 2. 50 будет. 60. 70. Делим на 2. 25. 30, 35. Делим на 2. Если не делится, повторно записываем. Делится, будет 15. Не делится. Теперь делим на 3. 25, 5 и 35. Если не делится, записываем повторно. Теперь делим на 5. 5, 1, 7. Теперь делим на 5. 1, 1, 7. Делим на 7. 1, 1, 1. Отметим те числа, которые одновременно смог разделить все три числа. Отметим. Проверяем. Отметим. Проверяем. Значит, не смог разделить. 3 не смог разделить одного числа. 5 смог разделить всех чисел. Отметим. 5 не смог разделить. 7 не смог разделить. Значит, 2 в квадрате умножили на 5. Будет 20. Проверяем. 100 делим на 20 будет 5. 120 делим на 20 будет 6. 140 делим на 20 будет 7. 5, 6, 7 взаимопростые числа, значит 20 верный ответ. Пример 6. Найдем наибольший общий делитель чисел 25, 36 и 49. Записываем в одном столбике. Начнем делить. 2, 25, 18, 49. 2, 25, 9, 49. Теперь будем делить на 3. 25, 3, 49. На 3 будем делить. 25. 1, 49. На 5 будем делить. 5, 1, 49. На 5 будем. 1, 1, 49. На 7 будем делить. 1, 1, 7. Еще на 7 будем делить. 1, 1, 1.
Никакой из этих чисел не смог разделить одновременно данные числа. Поэтому они взаимопростые числа. Спасибо за внимание. До свидания.